сегодня будем готовить вкусный селедочный паштет, так называемая ложная красная икра. Для этого нам понадобится пачка селедки очищенной, можно обычную селедку взять, плавленые сырки, пачечка масла сливочного и отварная морковь. Селедку, сырки, это все масло и морковку перекручиваем через мясорубку. Крутим, чередуя, чтобы мясорубка не забивалась, так как плавленый сырок плохо крутится. Приступаем. Вот мы подготовили, сырки почистили и нарезали, чтобы удобно было, масло нарезали, открыли пачечку с селедкой. Мы приступаем. Вот он, селедку. Плавленый сырок. Морковочку. И масло. И так чередуем. Все перекрутили. Вот такая большая кучка у нас получилась. Масло, что у нас от селедки осталось, можно добавлять, можно не добавлять. Это на ваше усмотрение. Все перемешиваем. И можно уже намазывать. Оно готово. У нас паштетик получился. Вкусный, к завтраку. Можно морковку не добавлять. Кто как любит. Если морковку не любите, можно без морковки. Но желательно, конечно, через мясорубку. Тогда будут крупиночки, и оно вкуснее. А если блендером взбить, то оно не так будет вкусно. Все, приятного аппетита. До свидания.